И всем здорово, чуваки! С вами Джейл, и сегодня со мной Флейзи. Мы играем в GTA 5 Online с новогодней рубрикой «Найди по фото». Всем здорово! И сегодня, чуваки, в нашем видосе будут участвовать только русские тачки. И вы посмотрите, что за коллекции у нас подготовлены. У нас есть «Жигули», есть крутые «Лады Весты», а также вот такие жесткие «Нивы». И сегодня мы эти тачки будем прятать по всей карте от нашего соперника. Но при одном маленьком условии. Мы должны сделать ровно 3 фотографии на каждого. Спрятать тачки и их сфотографировать. Ну и посмотрим, кто больше автомобилей отыщет по нашим суперснимкам. Ну а я, ребят, желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, кто сейчас хрумкает. Ну и, конечно, желаю вам самого крутого новогоднего настроения. Ну а с вас лайкосик, с меня суперведусик. Ну а мы начинаем нашу рубрику. Чуваки, я очень долго думал, куда сегодня мне прятать свою коллекцию русских автомобилей. И наконец-то придумал. Я придумал самые жесткие места. И, ребята, это будут места в подземельях. Вы посмотрите. Но перед этим мы должны сделать одну дополнительную фотографию с подсказкой для Паши, чтобы сегодня он не запутался и смог хотя бы одну тачку минимум найти. Поэтому давайте сфоткаем вот эту крутую граффити на стене. Не знаю, найдет по ней он пещеру или не найдет, но это мы и проверим. Фотка сделана, и теперь самое крутое место давайте отыщем именно в этом бункере. Или что это? Это канализация черепашек ниндзя. Ну-ка, тут реально черепахи, может быть, живут. И давайте эту тачку прилепим к потолку или к стене. Мне кажется, будет самое жесткое место. О, я придумал. Давайте куда-нибудь замаскируем ее прямо вот здесь. Все, прямо на люк ее сейчас прицепим, ребята, и сделаем крутую нычку. Опа! Все, тачка спрятана. Погнали за второй супермашинкой. Какой погнали, чуваки? Я забыл ее сфотографировать. Самое главное, считайте. Аккуратненько достаем наш телефончик, фотоаппаратчик и вот так. Чик-чирик. Все, вот теперь можем отправляться. Погнали! Ну а теперь, чуваки, я пересел на Ладу Весту. И давайте отыщем второе место, куда сегодня будем продать эту супер тачку. Ну, кстати говоря, Жига мне больше нравилась. Воу, аккуратнее, потому что Жига была побыстрее. И давайте в эту пещеру заедем и замаскируем ее по полной. Чуваки, главное отыскать какое-нибудь такое незаметное место, куда бы она идеально поместилась. Я сразу ее нашел. Вот она. Оп, аккуратно. Паркуемся прямо так. Вверх ногами даже. Охренеть, это же реально жесткая нычка будет. Ну а теперь делаем фотографию. И мне кажется, Паша фиг отыщет это место. Опа. Погнали за последним нашим невасиком. И наша последняя точилка, чуваки. Внедорожник русский. Как-никак он везде проедет. Поэтому предлагаю проехать сразу в метро. Бип-бип, люди. В метро тоже есть крутая пещера. Поэтому, ребята, я думаю, там будет крутое место отыскать для этой Нивы топотово. Так, куда мы будем прятать ее? Вот сюда или вот сюда? А может быть на рельсы скинуть? Ну-ка, оба! Давай. Нивасик, ты сможешь. Оба! И вот так, и вот так. Не получается. Давай! Ладно, предлагаю ставить ее прямо вот так на рельсах. О, елки-моталки, а мы отсюда фотку сделаем, интересно? Ну-ка, вот такую фотку. Все, чуваки, самая крутая фотография для Паши будет. Ой-ой-ой. Ну и погнали, встретимся и посмотрим, как хорошо у него с интуицией. Ну а мы, чуваки, приготовились и подготовились по полной, потому что сегодня наши поиски пройдут на вот таких снегоциклах. Чуваки, вы реально посмотрите на этих монстров. Напомню, что на таймере будет всего лишь 7 маленьких минут, чтобы отыскать 3 тачки и одну фотку с подсказкой. Ну а мы тогда садимся на наши супербайки. Я засекаю таймер на счет 3. 1, 2, 3. И скидываем фотку. Я скинул. Я тоже скинул, и ты... Поезд! А у меня граффити! Граффити, да! А что за поезд? Так можно было фоткать, что ли? А, я понял! Это не простой поезд! Это который стоит как объект поезд! Ну это легко будет! Давай! Я сразу понял! Смотрите, чуваки, этот поезд стопудово не в городе, потому что на фоне него, смотрите, там нету. Почему? Нету зданий, там только горы. Раскусил тебя! Да, это Сэнди Шорс, Лёха! Да-да-да, ты раскусил! О, спасибо за подсказку! Так, и сразу я могу догадаться, что это сразу не Сэнди Шорс. Потому что если был Сэнди Шорс, он бы не говорил это. Все, значит, это либо завод, либо Планета Бэй. Только там есть остановки и стоянки для поездов.
поездов. Или это, подожди, или это стройка еще может быть? Да, это Палитобэй. Я не понял, ты куда сегодня спрятал свои тачки? Ладно, что ты радуешься? Я для тебя такие жесткие нычки сегодня подготовил. Когда ты найдешь первую фотку с подкасткой, я тебе скину тачки, ты просто охренеешь. И просто в шок впадешь, я тебе отвечаю. Конечно. Вот я нашел это граффити, и я знаю, что оно в гетто-районе. Там же бандиты и так далее. Ты думаешь, это гетто-район? Да. Ну, может быть, такой гетто-район, да. Рядом с черепашками-ниндзями гетто такое. Так, чуваки, главное первым делом найти железную дорогу и вдоль нее отправиться на поиски поезда. Там еще светофор есть, там кусты есть и горы. Так, примерно я догадываюсь, что это может быть. Это где-то граница карты. Либо справа, либо слева на границе. Так, я отправлюсь, знаешь, куда пошла? Ну, куда? Мне кажется, я отправлюсь в сторону завода, потому что тем временем прошло у нас 1.5 минуты. Ой-ой-ой. А вот тут возле завода как раз есть и горы, и деревья, и ветряки, например. Ну-кась, накась. Поезд! Леха, слушай. Поезд. Так, это на ходу поезд. Но смотри, в чем прикол? Поезда, которые ездят, у них нету снега на вагонах. А вот который ты мне скинул, у него так. Снег на вагонах есть. Значит, он стоит на месте. Так, что или... же это такое? Чего, Иля? Слушай, я вот это, ты мне дал подсказку, черепашки-ниндзя. Я так задумался. Да. Это что-то под землей, да, значит? Нет, это не под землей, это граффити. Вот он, вот что он. Такое? Это он, да, со снежными вагонами стоит. Смотри. Иди, я сразу догадался, что это за место. Блин. Да, я нашел. Ладно, скидывай тачки. Скидываю тебе фотки. У-у-у. Все, скинул. Да, лови. Я вижу фотки. И теперь, чуваки, нормально. Ты что меня сфоткал? Ты куда их замаскировал? А так, вот не скажу. Получается, я вижу какую-то трубу, какое-то помещение и какой-то гараж. Да-да. Так, ну стопудово. Жигуль, смотрите, в контейнере. В каком контейнере только надо выяснить. Непонятно. А ты когда найдешь, я тебе скину тачки. Ты, я не знаю, догадаешься или нет, но будешь 100 лет искать их. По канализации, смотрю, тут этот граффити есть ли. По канализации граффити? Ну а ты чё? Там Леха, скидывай! Я нашел. Почему? Ладно. Это вход! Да ты капец! Ладно, скидываю. Раз, два, три, скинул. Блин! Опа. Догадался! Ладно. Чё, всё под землёй спрятал? Да, я все тачки спрятал под землёй сегодня. Вот это для тебя нычка будет самая крутая. Подожди, а что целая куча контейнеров? В каком контейнере ты Жигу спрятал? Признавайся. Я в 73-м. Ты чё, какой 73-й? Ты так мне жёсткую фотку с поездом сделал, ещё мне... контейнер машину запихнул. Давай. Я знаю все контейнеры здесь, поэтому, ребята, проверяем внимательно по очереди. Ты охреневший какой! Так, не понимаю. Давайте следующую тачку искать. У него получается Нива где-то. Нива где-то на заводе. Еще Лада Веста у него на трубе стоит. Так, смотрим внимательно. Причем у меня сегодня были яркого красного цвета тачки. Я специально их в пещере замаскировал, чтобы их видно не было. Они вот так. Тут темные, наверное, да? Да. А у тебя тачки синего цвета, поэтому, чуваки, высматриваем синий цвет. Так, ну-ка, что там? Я что нашел! Там? Это Жигули! Серьезно? Ты... Да. О, контейнер еще. Я тоже Жигу нашел! Серьезно? Я причем случайно наткнулся, да, вот тут контейнеры увидел. Так, первая тачка найдена. Но, чуваки, будет круто, если я найду Нивасик, потому что Нива это самая жесткая машина. Что там? Ты офигел, тут путей 300 штук, блин, 300 ты что, штук? Не могу? Подожди, да, а возле поезда найти. Вот этого ты не прятал тачки, интересно? Ну-ка, не прятал. Дайте проехать. Так, ребята, у него реально, смотрим в оба, у него машина спрятана где-то возле бочек, что ли? Это трамвай! Бочка! Чего трамвай? Так, да, тут надо смотреть внимательно. Бочки, трамваи, всякие трамваи. Какие трамваи? Тьфу ты! Отставить нас с этими трамваями, уже трамваи начинают тут искать. Так, вот они! Электростанция, может быть? Не, Паш, я тебе дам один совет. Просто катайся по пещерам, по туннелям, и может быть один шанс на миллион, что ты найдешь это место. Да я в метро уже заехал, тут трамваи катаются. Да, это самая классная тачка, которая еще ни разу не пользуется, спрятать все тачки прямо под землей. Вот это жестко. Это жестко, и лайк нам поставить за это. Да, там лабиринты, там одни лабиринты. Лайкос однозначно это заслуживает. Я не вижу бочек, куда ты Ниву спрятал. Надо искать внимательный, может ты слепой. Подожди, но ты же не мог на заводе спрятать. Там тоже есть бочки. Так, ладно, Лада Веста. Лада Весту я не очень хочу искать, потому что она мне не понравилась. Когда меня гонял, она на трубе и там... А я хочу уж Ниву. Это вода, что ли? Серьезно?
Так, язык в воде, чуваки. А как мне проехать? Сейчас я так проеду, что охренеете все. Бам-балайла! Давай! Ну-ка! Ой, слушай, не понял. Подожди. Что такое? А как мне выбраться за стену? Так, ладно, план Б. Называется C4. Бам нафиг! Вот это другое дело. Тем временем, чуваки, остается 1.5 минуты. Поэтому надо торопиться быстрее. Так, и у меня вода, уже вторая вода. Тачка. Ты две... В смысле? Ты что нашел там? Ладу Весту, а я тоже Ладу Весту ищу. Ну смотри, я догадался, что ты ее спрятал где-то возле воды, но там находятся белые камни. Я ее нашел. Только я сейчас утоплю мотоцикл нафиг. Охренеть! Давай. Вон она! Нифига себе! Так, чуваки, вторая тачка найдена. Вон там она. Ну-ка, ой. Так, главное, не дорогие. Получается, у меня есть выбор. Либо Лада Веста, либо Жигули. Ну, а, ребята, я хочу найти еще не Васик. Где-то тут Нива спрятана. А я хочу Ниву найти и забрать ее на испытание. Так ты что за мной повторяешь? Я тоже хочу. Нет! Что такое? Да. Видимо, не суждено мне найти. Я в океан улетел. Пипец. Ай, промок. Холодно. Буду крови пушкой пользоваться. Давай, вылезай. Ребята, я Человек-паук теперь. Полетели быстрее, давай. И, опа. Давай, раз, два, три. И полетели. Все это пипец. Помогите. Я какой-то паук неправильный. Так, раз, два, три. Оп. Ну-ка, скалолаз. Скалолаз. Нет, мне хотя бы надо до Жигули добраться, чтобы тачку забрать по времени успеть. Так, аккуратно. А я вообще заблудился в лабиринтах тут. О, да я специально такой черепашко-нитиный путь выбрал сегодня. Ах ты, блин, и пожар, какой. Все, 3, 2, 1, время вышло. Я успел время доехать. Вышло. Блин, чуваки, я мотоцикл потерял и Ниву не успел найти. Ладно, я забираю сегодня, знаешь что? Ну что? Я забираю, уху! Супер Жигу! А я тоже заберу это Ладу Весту. Ладу Весту? Не, у меня круче тачка будет, ребята, смотрите. Вон она стоит, ждет меня в контейнере, поэтому давайте быстренько добежим до нее и заберем ее себе к себе в коллекцию. Ну а мы тюнингуем, прокачиваем и переходим к первому испытанию. Ну все, чуваки, мы закончили свой супер тюнинг, и вы зацените, во что я превратил свою турбо-жигу. Поставил супер диски, крутую раскраску. Теперь это у меня супер российская машина. Белый-синий красный. Нифига себе. Чисто флаг России. А у Паши какой-то мобиль-такси. Такси-мобиль получился. Таксистом устраивается, что я работаю. Не-не-не-не, чуваки, блин, прикольный тюнинг сегодня у нас и у Паши, и у меня. А у нас первое испытание будет это дрифт-гонка. Проверим, Да-да. Я русская тачка сегодня круче. Кстати, ребята, напишите в комментариях, кому из вас нравятся русские тачки, Жигули, Лады. О, можно даже так сделать. Вашу любимую марку напишите в комментариях. Лично у меня это Lamborghini, а у кого-то может быть Жигули, Бентли или BMW, например. Или Мерси. Вы пишите, чуваки, а мы тогда запускаем наш раунд. Раз, ну-ка. Два, три, погнали! Let's go! Делаем сегодня 2 круга, Паша, поэтому... Серьезно? Ты газом пытаешь мне? Серьезно? Моя турбошика круче! Не-не-не, правда, она дрифтит довольно жестко, чуваки! Кого-то занесло! Смотри, смотри! Все благодаря моему суперкартону, он облегчает машину. Ой, а у меня есть турбо-тюнинг. Какой у тебя турбо-турбо? У тебя такси-тюнинг? Воу! Вот это заслуживает лайка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Капец! Капот чуть меня не сбил, ты что делаешь? Смотрите, как лимон на дерево полез. Быстрее. Все, ребята, главное не оборачиваться, потому что если я буду отвлекаться, я проиграю ему. Да, гоню тебя. Первый круг ориентирую. Давай, жига. Все плохо. Кстати, очень много чуваков писали в комментариях, что именно для дрифт-гонки идеально Джигули подходит. Поэтому, ребята, огромное спасибо за ваши советы. Именно для этого я ее и взял сегодня. Да, жига крутая. Воу. Реально дрифт офигенный на ней. Смотрите. Лимонный, ты где там? Лада лучше. Заки вообще не для меня. Давай. У него там тачка по деталям разваливается. Пока. Это у тебя тачка по деталям разваливается. Помогите! Нет. Это нечестно. Все плохо. У меня реально коробок со спичками кому-то. Давай газовый. Смотри, вообще такси недоделанное едет тут. Давай, подвези меня. Нет. Финишная прямая. Давай. Пока, Паша. Нет, я буду первым. Первое место. У кого? У меня. У меня. Есть! Счет у нас 1-0 получается. Я лидирую на своей жиге и переходим ко второму испытанию на русских тачках.
Эгей, чуваки! Мне настолько понравились русские тачки, что давайте проведем мое самое крутое и любимое испытание. Это будет толкучка на воде. Обычно мы его проводим только на боевых машинах, но сегодня сделаем исключение. И, кстати, ребята, кто напишет любой комментарий за 2 часа, я ему даже поставлю сердечко. Ого! Так что давайте успевайте. Ну, а мы начинаем нашу жига-битву. Жига-битву. 1, 2, 3, погнали! Русская Russian битва! Russian Federation едет! Давай-давай, лимонный крик! Белорашен, я на тебе! Ой, Белорашен, слышишь? Так, ребята, мне это не нравится. Я буду прятаться. Кому-то трындет, а я слева. Даже вам ракеты не влетел. О, банок! Давай-давай-давай! План работает отлично! Таксистов в воду! Нет-нет-нет, меня! Спойлер цепляется. Так, нужда реально какая-то... Бешеный гонщик. Супер-тактика, как этого таксиста скинуть в воду. А у меня есть тактика! Обманный маневр! Давай! Летающая тарелка. 2-0, чуваки, в мою пользу. И остается только второй супер-раунд. Вот так красиво делаем. А у меня, чуваки, появилась супер-тачка. Как сделать так, чтобы Паша меня боялся по полной? Как? Поэтому раз, два, три, погнали. Иди сюда! Иди сюда, у меня ракеты на крыше. Уйди нафиг! Давай, я в тебя сейчас их пущу. Я сейчас... Опущу! Так, самое главное только меня. В ракеты мне не попади случайно, а то мы оба взорвемся. Уничтожу! Опа, полный маневр! Блин, не сработал! Вот так, задний ход! Давайте, ракетами, чуваки! Ты жесткий какой-то! Боевая машина, жигучел! Жигучел! Джилыга! Так, чуваки, у меня есть супер тайская. Берем вот так задним ходом, раз, разворачиваемся. Давай, хана! Опа! Вот так убежь! А теперь ты в ловушке, чуваки! Раз, ворот! Нет! В смысле? Упал? Это ракеты меня унесли в воду! Взлетаем! Блин, не получается! Ладно, я проигрываю, сам упал! И погнали к нашему финальному испытанию! Па-бам-пам-па-бам! Бум-бум-бум-бум-бум! Это я, Терминатор Джелус Непобедимус! Ребята, финальное испытание называется «Спуск с горы», поэтому сегодня мы находимся на самой высокой точке в GTA 5, выше небоскреба, в гора Челяд! И кто первый спустится с этой горы вниз к финишу к дороге, тот и получит в финале свой балл. Ну что ж, проверим. Таксист против ракетоносилки! Раз, два, три, погнали! Давай! А не пилотарная пушка! Летим! Так, я в тебя сейчас ракету буду пускать. На счет три. Не надо, не надо, не надо. Ладно, шучу. Я не умею их пускать. У меня нет детонатора. Так, чуваки, опасно будет, если я на них на крышу приземлюсь. Вот это будет опасно. Или ты, если приземлишься. Это будет тоже опасно. Не толкай меня, у меня ракеты на крыше. Я просто, чуваки, отцепить не смог, поэтому я с ними сегодня буду ездить до конца. Ты знаешь кто? Ты ежик. Чего? Какой я ежик? Сам ты ежик. Смотри, сальто. Ребята, смертельный номер. Паркур! Так, паркур! Нет, ракеты! Ой, спасли меня! Тоже! Я ж могу ракетами как крюком цепляться! Подожди, а вдруг у меня получится их запустить, и я полечу как реально, как фейерверк! Салют новогодний! Ты как мэтр новогодний! Мэтр, реально! Иди сюда! Давайте! Ребята, сейчас ракеты за него зацепимся, и как улетим? Смотри, как разогнался! С дороги! Реально, я сейчас на дерево выращу тебя! Раз, два, три, погнали! Я летающий неопознанный объект! Ты летающий джел! О, летающий джел! Ай! Ой, нормально. На крышу приземлился, вроде не взорвался. Я уж сейчас догоню, Лёха! Не догонишь! Догоню! Все под контролем. Да! Все плохо! Я непобедимый! Непобедимый супер первый буду сегодня точно! Ой, да конечно! Как хорошо, что я забрал себе Жигули из русской коллекции. Надо было сегодня брать Паше ее тоже. Давай! Давай, желтый, таксист недоделанный. Я сломалась машина! Я первый! Ну что, кто победил? Я победил! Чуваки, первое место сегодня у меня в кармане со счетом 3-1 в пользу Джела. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. Ну а если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, чуваки, а на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поддержите лайкуськом. Ну и также в комментариях напишите свою любимую марку автомобиля. Ну а с вами был Джейл Флейзин. Ссылка на Пашу будет как в описании. Всем удачи, всем пакетово! Всем пока, народ!